Всем привет, вы на канале Копсвилл Шоу, и перед тем, как будет следующий прогноз, сделаю вам сразу такую маленькую отсылочку, то есть переходите на канал Копсвилл Шоу, и если вы хотите получать прогнозы самым первым и больше прогнозов, то рядом с кнопкой подписаться вы увидите вот эту кнопку спонсировать. Вы можете стать спонсором канала. Подписка стоит 249 рублей в месяц. И становитесь спонсором канала. Получайте прогнозы, больше прогнозов первым. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Copsville Show. И сегодня я с вами вам хочу сделать обзор на программу для ставок на спорт. Опытные игроки, вернее не программу, а на сайт. Опытные игроки при составлении прогноза на спорт всегда берут во внимание движение коэффициентов в линиях букмекерских контор, и вы это отлично знаете. Вручную отслеживать все движения на рынках неудобно, это занятие может отнять много времени. Для этого используются специализированные сервисы, среди которых нельзя и отметить тот, про который пойдет речь в этом выпуске. Представляемый сервис является одним из самых опытных в своей сфере, так как запущен в эксплуатацию он был еще в 2007 году. Данный сервис или сайт пользуется широким спросом у игроков как из России, так и других стран СНГ, поскольку имеет русскоязычный интерфейс, кроме стандартного английского и других языков. Дизайн данного сайта имеет современный стиль, в котором преобладают светлые тона на белом фоне. Стартовая страница ресурса имеет два основных блока, которые будут интересны игрокам, желающим отследить движение на букмекерских рынках. В блоке данного сайта представлены списки матчей, которые вы можете видеть и находятся в лайв-линиях букмекерских контор. Таблица предлагает пользователям отслеживать изменения коэффициентов для событий, которые еще не начались. Особенно это зависит от прогруза денег на какое-либо спортивное событие. В строке каждого события публикуются коэффициенты на основе исходов матча. Если котировка растет в блоке, светится зеленая стрелочка. Если котировка растет. В случае, если котировка падает, ячейка подсвечивается красным цветом. И, конечно же, на красный цвет нужно обратить внимание при составлении прогноза или если вы хотите ставить ординаром или собираете экспрессик. Итак, повторимся, если котировка растет, то в блоке светится зеленая стрелочка. В случае, если котировка падает, ячейка подсвечивается красным цветом, а стрелка в нем направлена вниз. Также в ячейке указываются стартовые и актуальные коэффициенты, а также показатель их изменения в процентном соотношении. В двух последних блоках указаны две цифры. Первое – количество букмекерских контор, у которых это событие присутствует, в которой можно поставить. И вторая, которые изменили котировку на этот матч. Следовательно, если видите красный цвет с большим прогрузом на данный коэффициент и достаточно большим изменением в процентном соотношении, то значит какая-то информация у них прошла на это спортивное событие, кто-то прогрузил много денег, и при помощи той информации, которой обладают они, но не обладают игроки, так сказать, новички, да и обычные средние руки каперы, все-таки не знают этой инсайдерской информации, но я вам показываю способ, как можно этим пользоваться, то есть брать во внимание все эти прогрузы. Левая боковая панель сайта оснащена списком видов спорта для матчей, которых можно отслеживать
движение рынков. На сегодняшний день этот сайт охватывает мониторинг свыше 22 спортивных дисциплин, среди которых можно встретить разные виды спорта, как популярные, так и менее популярные. После регистрации на сайте пользователь может добавлять нужные ему виды спорта, турниры и матчи в меню «Избранное» и отслеживать их для удобства пользования. Кроме того, для удобства поиска нужных событий в работу сервиса интегрирована система поиска. Учитывая потребности игроков из разных мировых стран, данный сайт предлагает выбрать формат коэффициентов. Кстати, данный выпуск не является рекламой этого сайта, просто это для удобства формирования своей ставки. Возможно, данный сайт вам чем-то поможет. Итак, учитывая потребности игроков из разных мировых стран, данный сайт предлагает выбрать формат коэффициентов. Сделать это можно на верхней навигационной панели, где представлен специальный переключатель. Там же находятся кнопки изменения языкового оформления и часового пояса. То есть, если вы находитесь в Москве, то можете поставить плюс 3 по московскому времени. То есть, выбрать часовой пояс. Кроме автоматической системы для мониторинга изменений коэффициентов в букмекерских конторах, данный сервис предлагает своим посетителям еще несколько полезных инструментов для прибыльной игры в букмекерской конторе. Данный сайт привлекает внимание игроков, которые специализируются на ставках, основанных на затянувшихся сериях в спорте. Применяя различные фильтры, пользователь может определить команды, которые выдали затяжную серию из побед, поражений, ничейных результатов, беспроигрышных матчей и так далее. Всего в фильтре можно указать более 10 статистических показателей для отбора. Раздел Live Score ничем не уступает функциональности ведущим сервисам, которые специализируются на публикации результатов спортивных матчей в режиме Live. Если у данного сервиса и собственный рейтинг букмекерских контор, который находится в разделе «Bookmakers», здесь представлен широкий список контор, для каждого из которых выставлена соответствующая оценка в формате звездочек от 1 до 5. То есть это очень удобно промониторить букмекерские конторы, которые все-таки пользуются у иностранных специалистов, а также у иностранных экспертов, которые давно уже, так сказать, варятся в спорте, в спортивных ставках. Интересно узнать их мнение и какие они все-таки избирают букмекерские конторы. Рейтинг также можно фильтровать по разным параметрам. Язык букмекерской конторы, бонусы, формат коэффициентов, способы оплаты и так далее. Следует отметить то, что отсутствуют российские букмекеры в данном рейтинге. Что хотелось бы сказать в заключении? В заключении хотелось бы отметить, что получить в свое распоряжение полный набор сервисов данного сайта можно только после регистрации. В дальнейшем за использование данным сервисом посетитель платить не должен. В целом данный сайт должен взять на вооружение каждый клиент букмекерской конторы, так как стратегия ставок на падающие коэффициенты входит в список самых прибыльных систем для игры в букмекерской конторе. Нетрудно догадаться, что падающая котировка свидетельствует о том, что на данный сход была проставлена крупная сумма денег или пролетела какая-то информация, о которой вы, конечно же, никогда не узнаете. Соответственно, другие игроки уверены в прохождении такой ставки.
Всем успехов в ставках. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.